Привет! Поговорим о банане-банане. И, наверное, с этой стороны. Когда мы делаем поворот девочки, мы можем ручку ей прямо положить на это место, и это будет первая банана. После этого на следующий шаг раз, мы ручку опускаем, и это вторая банана-банана. Потом мы пум-пум, проворачиваемся, делаем авиао, и таким образом доворачиваемся до девочки, и руки у нас опять разобраны. Еще разочек медленно. Три, раз, два, три. Раз, два, три. И потом у нас раз, два, три. Вторая фаза. Можно немножечко довернуться в этом элементе. Три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чуть-чуть еще пройти больше. Это не страшно. Вот, что мы можем делать после банана-банана, с чем ее совмещать? Поворотом девочки закончим. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Теперь попробуем залом сделать после банана-банана. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну, здесь можно, если ручку вверх оставить, вернуть девочку. Еще одна связочка, это когда после банана-банана мы делаем пятисчетовый поворот. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Напомним, что этот пятисчетовый поворот можно делать, вот мальчик делает чуть-чуть выпад, раз, два, да, сходи, пожалуйста, немножко на раз. Раз, два, этой рукой, или только этой рукой, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Или закручивает девочку как большой вентиль в трубе. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, еще раз повторим. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Используйте все вариации.